Привет, с вами говорящая Дарья. Сегодня буду говорить о жутких вещах. О вещах, от которых мурашки по коже, но о которых нельзя молчать. Сегодня буду говорить о педофилах, потому что знание – это оружие, которое помогает выявлять этих уродов. Кого попросил снять штаны? Этому извращенцу понравился 9-летний мальчик. Он заманил ребенка в укромное местечко. Сам снял, лег и начал дрочить. Угу. Вы трогали ребенка при этом? Трогал одной рукой. За что трогали? Да, жоп. Тебе дорога только в одну сторону, на эшафот. А этого извращенца застали на горячем. Изверг прижимал к себе 8-летнюю девочку, раздел ребенка, хотел изнасиловать. Вы представляете, он называл ее своей дочкой. Я бы ему собственноручно яйца отрезала. От выродка, которого вы сейчас увидите, кровь в жилах стынет. То, что он сделал, в голове не укладывается. Папа не обидел. Он сказал, что я пошла заклеила фоточки, а потом калитку. А потом сказал, снимай туши. Изверг заставил падчерицу лечь на раскладушку. Он бьял и легал на меня, ты еще палец туда сунул. На тебя легал? Да, и палец туда сунул. Тебе больно было? Больно. Язык не поворачивается назвать его человеком, а отцом и подавно. Видите, молчит, типа сожалеет. Я бы таким, как ты, клеймо на лоб поставила, чтоб люди за 100 метров видели, что перед ними педофил. Просто помните, вокруг нас есть уроды, от которых нужно оберегать детей. Если вы подозреваете кого-либо в педофилии, звоните в милицию. Лучше вы ошибетесь, чем будет искалечена судьба ребенка. В следующей программе буду говорить о проститутках и борделях. Я расскажу вам всю правду, потому что я говорящая Дарья.